Мой клиент, Аргон Протопай, резчик свирели второго класса Orbital 5, не виновен в предъявленных обвинениях, не уплаты денег из задолженности храму. Он веряет себе милости этого суда, будучи уверенным в том, что мудрость божественной тени превалирует над этим слушанием. Просмотр памяти начинается. Мне уже все равно, с меня достаточно, я больше не буду платить храму, точка. Просмотр памяти завершен. Ты, Аргон Протопай, резчик свирели второго класса Orbital 5, признан виновным не уплатить денег из-за должности храму, и посему приговариваешься к уничтожению индивидуальной жизни. Однако, милостивая тень позволит многим из твоих жизненно важных органов жить в качестве составляющих, используемых при создании роботов-дронов. Твоя полезная плоть будет пожертвована протеиновому банку, где она будет переработана с целью служения божественной тени. Божественной тени. Можете забрать все, что хотите. Я заплачу. Обещаю. По исполнении этого приговора ты будешь очищен от преступлений против народа 20 тысяч планет. Да падет на тебя милостиво.